Окей. Ладно. Ах-та. Вот так. Лучше вернуть назад. Я помогу, помогу, хорошо? Нет, нет, нет. Оно тяжелое, я сам. Нет, нет, дорогой. Давай лучше вместе. Ну-ка, взяли. Ну, что скажешь теперь? Если я скажу, ты не рассердишься? Говори. Ты прав, милый, оно лучше выглядит там. Точно? Да, ты прав. Около камина гораздо лучше. Боже, сколько же я буду его таскать? Сейчас я его поставлю. Вот так. Вот, делу конец. Что скажете, сеньора? Мне нравится, милый. Знаешь, надо было пристрелить того типа, который изобрел дом мечты. Боже мой, какой ты свирепый. Просто ужас. Я чуть не передумала выходить за тебя замуж. Подожди минутку. Иди сюда. Моя королева. Давай выпьем за наш дом. Только ты и я. Дорогой, но у нас же нет бокалов. Правильное замечание. Потрясающе. Когда ты их успел купить? Пока ты выбирала портьеры. Я их купил специально, так что потом можно разбить их по русскому обычаю. Я сейчас их вымою. Нет, нет, прошу тебя, я все учел. Они вымыты и простерилизованы. За наше счастье. Которому не будет конца. Думаю, нам нужен холодильник. Шампанское теплое. Нет, нет, нет. Минутку, минутку. Знаешь, чего здесь не хватает? Это очень важно. Я это тоже предвидел. Извини. Хорошо. Помнишь? Ты помнишь, как я пытался соблазнить тебя? Какой я был глупый. Я не знал, что уже с ума схожу по тебе. Я изображал сердцееда, но в итоге ты покорила мое сердце. С первого дня, с первого раза, когда я заглянул тебе в глаза, Плейбой рухнул к твоим ногам. А теперь посмотри на меня. Я передвигаю мебель, устраивая любовное гнездышко для принцессы моей мечты. Принцесса считает своего принца очаровательным. Я люблю тебя. Я так люблю тебя. Мы должны беречь нашу любовь, Мария Эмили. Мы должны заботиться о будущем и всегда стремиться к любви и счастью, любимая. Я отдам всю свою душу, все сердце, чтобы добиться этого. Я тоже. Я вспомнил сейчас своих родителей. Почему такое случается? Почему? Ладно. Не хочу портить этот момент горькими воспоминаниями.
Я хочу быть сегодня очень счастливым. Очень счастливым. Здесь, с тобой. Знаю, что я люблю тебя, а ты любишь меня. Очень скоро ты станешь полностью моей. Всего несколько дней. Если бы ты знала, как я хочу, чтобы они пролетели поскорее. Как ты себя чувствовал вчера? Так себе. Бабушка закатила трагическую сцену и прочитала мораль. А свою девушку видел? Нет. Она тебя не навестила? У нее куча проблем. Мне придется порвать с ней. Ты в этом уверен? Так будет лучше для нее и для меня тоже. Жаль цыпленка. Почему? Он считает, что я хочу жениться на его сестре. Может, ты решил поступить так по другой причине? Ты специально меня отвлекаешь, чтобы я проиграл? Нечестная тактика. Не будь глупым. Я все равно выиграю. Обязательно. Ты выиграешь. Женщина. У короля шахмат. Нет, это невозможно. Я съела твою ладью. Как же так? Вот видишь, я потерял бдительность. Берегись. Твоя королева в опасности. Похоже, ты играешь лучше, чем я думал. Ты просчитываешь ходы. Но я выкручусь. Я уберу королеву. Мат, 4 хода. Ты поймала меня. Нет, нет, здесь мне не спастись. Нет, нет. Вот так. 3 хода. В 2 хода. Шах и мат. Ты выиграла. Я боюсь до смерти, Хуанита. Какой там результат? Смотри, вон идет сестра. Сусана Пенья, это я. Мариана Семинарио. Хуанита, я даже смотреть боюсь. Ну что там? Тест на беременность. Результат? Положительный.